Сборная России по регби готовится в Сочи к заключительной в первом круге чемпионата Европы игре. В субботу наших регбистов ждет поединок с командой Португалии. После 4 туров европейского чемпионата наша команда с результатом 8 очков занимает 4 место в турнирной таблице. Португальцы с 5 очками пока 5. История встреч. Сборные России и Португалии между собой провели 16 матчей, 10 из которых закончились в пользу россиян. Поэтому вполне реальная цель на субботний поединок – только победа. Победа однозначно, другого быть не может. Все здорово, все хорошо, как бы все готовы. Да и вчерашняя тренировка защитная это показала, то что все готовы биться и будем настраивать столько на победу. Играем уже не один год, я думаю, некоторые игроки уже давно играют, так что мы их знаем. В принципе, соперник, я считаю, тоже непростой, нельзя недооценивать никогда. Вот, но мы играем все-таки дома. Я думаю, мы должны решить исход матча. Последние матчи чемпионата были тяжелыми. Непростыми оказались встречи с Румынией и Грузией. Все это не могло не сказаться на физической форме игроков, хотя в целом команда вполне готова. На предматчевых тренировках акцент на игру в защите. Именно этот элемент всегда хромал у сборной, рассказывает новый главный тренер команды Александр Первухин. На этом посту чуть больше 2 месяца назад он сменил Кингсли Джонса. Досталась команда, которая не вышла на Кубок мира. Со всеми со своими разочарованиями, проблемами. Естественно, теми проблемами, которые стоят по реконструкции команды и по реконструкции ее игры. Сейчас все отмечают специалисты по этим матчам. То, что, по крайней мере, по игре в защите есть очень серьезное усиление. И это наша та перспектива, которая нам позволит выходить на уровень таких команд, как Румыния, Грузия, Америка. Кстати, субботний матч с португальцами пройдет на новом травяном покрытии. На стадионе его заменили в конце прошлого года. Сегодня поле полностью готово к проведению матча такого высокого уровня. Хорошие условия отмечают и сами спортсмены. Условия шикарные. Остается только побеждать. Все здорово. Сегодня предматчевые тренировки, рассказывают в тренерском штабе, носят закрепляющий характер. В пятницу день восстановительный. Команда на поле должна появиться свежей. Наши игроки рассчитывают и на поддержку болельщиков. Вход на матч Россия-Португалия будет свободным. Игра пройдет в субботу, 21 марта, на центральном стадионе. Начало встречи в 15 часов. Инга Габейшая, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.